вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан празднует День Тихона. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память святителя Тихона, епископа Амафунского, преподобного Тихона Мединского Калужского, преподобного Тихона Луповского Костомского Чудотворца, преподобного Моисея Оптинского. Празднуется перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышинского, священномученика Тигря Пресвитера и мученика Евтропия Чтеца, священномученика Гермогена Долганева, епископа Тобольского, священномучеников Ефрема Долганева, Михаила Макарова, Петра Карелина Пресвитеров и мученика Константина Минятова. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.